Элвис Аферо. Ага. Добро пожаловать в 21 век. Что заставляет землю вращаться вокруг своей оси? Это точно не медведи полярные, которые трутся об земную ось. И чтобы здесь любимую увидеться пришлось, нужно крутиться, как белки в колесе. С утра до ночи в поисках девушки по имени, карьера все. Но проблема в том, что она уселась высоко. Нужна лестница, чтобы добраться до нее. Но как часто бывает, у лестницы ступени нет этой. Поэтому используем подручные средства. Одним словом, тех, кто перед тобой. Да, мы не живем в джунглях, но джунгли живут в нас. Все хотят пить пиноколаду под пальмой, жевать ананас. Каждый хочет завладеть ими. Но смотри, чтоб они не завладели тобой. Молодые парни мечтают о красивой жизни, смотрят фильмы про крутых парней, где имя в руке пушку. И отсутствие страха, можно подняться вверх с одного маха. Ну как тогда, так и сейчас. На крестах у них пишут «спаси и сохрани». На похоронах венки от братвы. Судьба вряд ли, плохие кумиры, их последователи дураки. И поверьте, не Скарфейсы сегодня правят миром, а мозги. Добро пожаловать в 21 век. И да здравствует его величество интернет, который разнесет эту песню по всем городам. Это мой месседж всем берегам. Быть под или над, каждый решает сам. И я не очередная продюсерская штучка, и меня никто не толкает, я разгоняюсь сам. Добро пожаловать в 21 век. Это мой месседж всем берегам. Да, мы не живем в джунглях, джунгли живут в нас. Песню по всем.